Ой, да завтра тут какие-то скидки, видишь, действуют. На прям отряды. Прикиньте. Что, кто будет пацанов там куда отправлять, собирать? У меня все собрано, в принципе, с прошлой войны. Не, у меня все собрано. Смотри, тут чего. В обеспечении, да? Пополнение штата. Это где? Я только не понял, как работает мина противопехотная. Мне кажется, когда попадал взрыв туда, ее разрывало. Че-то я так и не вкурил. Если с войны не наступают, что будет непонятно тоже. О, можно отряд МП-18 купить. 300 рублей стоит. Блин, у меня гаджин коины есть, но я как-то это. Да, мне вроде ничего не нужно. Хотя прем-отряд один нормально, конечно, был какой-нибудь. Ну, этот с гиверками, дорогой. Полторашку стоит. Отряд Браунинг, это что здесь цены не видно. Вниз на сайте. Энгур Кайс. А, вот. Комплект пулеметчиков 900 рублей. Нормально. Рандометчики. Да, вот отряд пулеметчиков было бы неплохо купить. 900 рублей. Ну, 1000. 15 гаджин коинов, да? А я не знаю, это сколько. Да, у меня нет ни одного гаджин коина, поэтому я даже не знаю, где у них там цена указывается, есть ниже цены в коинах. А с другой стороны, этих пиндосов качать что-то не очень хочется. Не, я немецкий хочу, отряд пулеметчиков. Зачем этот-то? Такая здесь два отряда. Дают тебе один за пиндосов, А, один за этих по немецкий же цене. премиумный, получается, да? Он... Ну, да. Так и этот тоже премиум. Пиндоский тоже. Не, наверное, немцев надо докачать тоже. Да, А где ничего. посмотреть, что он премиумный? А, В смысле? премиальный отряд, да. Грандирский, Хандиристер, нормальный премиум, Браунинг, доступен только в рамках отряда.
Тысяча рублев. Скорее бы битву за Берлин бы открыли, там хоть там пострелять хочется. Танки нормальные. Подумаешь, все сначала начинается, сама зайдешь. Странно они сделали, да? Было бы веселее, если бы там в какой-нибудь компании там открыл себе пушку, на гости ее повесил, ты в любую компанию уже можешь с этой пушкой ходить. Надо, чтобы бабосы доносили. Так. Ну, это такой неприкрытая ногость такая вообще. Пять. Не, наверное, не надо. Конечно, это выгодно было бы с самого начала на заходить. Горького продать. Нахуй мне не нужно купить отряд, например, какой-нибудь. Может быть, продано. Он подражал немножко, да? Продам я. Шесть. Гаджин коинов. Не, не буду я ни хрена покупать. Не будешь? Ну, не, на смысл какой? Кораблик приберегу, да. Ну чё, все готовы, пожимайте. Приглашение было выгодное, но не нужно. А вон есть вторжение Нормандии, отряд МП-18. 300 рублей стоит, вообще фигня. МП-18. Да, он в обеспечении висит. Угу. Недостаточно. 583 евро. Блять, а где у меня информация-то? Как все, блин, сделано через жопу? Где стартовый, максимальный. Ладно, хуй. Погнали. А что там, что-то я просто не понял немного, блядь. Как-то можно их компилировать, чтобы живучесть поднимать, там, стрелков, например, с радистами в академию бросать. Не знаете, что там было? Нет. Не шарю. Я на танке. Да, его нахуй. АЦ? Да, АЦ бежу. Сейчас там респу где-нибудь за домиком поставлю. Ой, а я на обои там вижу. Переехал, пиздец, убил. Бля. Бил. Наш родной танк, да? Да, лечу в спину прям, блядь, заехал. Наши захватывают С! Враг на точке Б! Бля, не успел респу поставить. Блядь, они уже... Враг захватывает А!
остановить этого садовника. Двое нас там. Не, я вижу, что пехота с тобой нету практически. Нету, да. Блин, тормози, я догоню. А стой прям по этой полушке, вруби прямой наводкой. А я уже возле нее. Да, берите, блять, ебашит мамин танк. Сзади, по-моему, не видят даже ни хера. Фугас заряжен. Ах ты. Блин, еще один фугас приехал. Пизда, вообще разъебал. Сейчас я резко там зара поставлю. Лежи пока. Не, пока. Не, они зашли туда. На танк и пехота. Вообще без вариантов. Я танк ебал, пошел. Я на тебя от руки. Да, там. Кидай. Даже танчик доценишь. Вроде мы вот захватили все точки! Удерживайте их! Прям на бросай.
появился. Я прям, смотри, я прям за риск поставил. Поставлю. Наверху, по-моему, один человек. Снайпер. Откуда? Что ты внизу делаешь, блядь? Да, блядь, у меня всех перебили, блядь. Где? Мы там держались, там просто толпа на первом этаже набилась, блядь. Точка Z наша! Просто жесть. Сейчас разбомблю точка. Потеряно.
ты раньше не даем. Всем держаться, иначе мы потерпим поражение. Берем, да? Наверху ты уже? Да. Чуть-чуть упанул было. Что, живой он, да? Точка А наша! Да стой ты, блин, что ты за танк? Нам не удалось одержать верх. Мы проиграли битву. Я пулеметчик, конечно, решил. В наступление. Но они молодцы, так организованно. Группами заходили. А у меня танк застрял, блядь. Там надо было выпрыгивать. Делать. Так, не застрял, блядь, на этом, на кочку как-то наехал и чуть вперед даю, вниз падаю, чуть назад даю, вверх под ствол, да, резко поднимать. Давай, да. Перекурщик. Давай. Давайте. А теперь этот батл пас надо, блядь, доставлять купить, да?
чтобы забирать все боевые задачи. Трех до девяти. Блять, вот они сделали дополнительное вооружение, да, бля? А зачем мне вот две одинаковые винтовки с собой таскать? Ну, все же две винтовки лучше, чем одна. Ну, вес лишний. Да здесь это не учитывается вроде. По-моему, учитывается. Скорость бега уменьшается, я смотрел. Перегруженные солдаты. Сила. Погнали, да? Спускаю. Нормандия. Почему не лезешь на левый флаг? Я больше на правый. Я бункер занимать. Да.
Да, снайпер моего убил. Там живой у них еще? Левый фланг. Там, знаешь, на их стороне топ есть. Ой, блин, они тут там. Где там? А он его видит на карте. Около третьего.
Через дверь? Через, да, через дверь, через, они сзади как-то обошли отряд целый. Здесь мой летчик разбомбил. Я на самолете летал. Колючки, я его расклял. А, запутался. А. Блять, я пакет кинул. Где, через дверь? Хуже дырку. Блин, ляж ты лежи, да блин. Когда они сделают, чтобы можно было команду давать своим придурникам? Не двигались, блин. Вот он своим, да? Поставил. Короче, беру пулеметчика и... А, где? Вот, прям в этом зале в основном. А, вижу, все. Все, пошел в пулеметку, сяду. А, ты туда вылезешь? Ладно, сейчас отойду в засаду, пьем спорт. Так мы побеждаем хорошо. Держу сзади два прохода вот эти. Дырку, которая слева бункера, и лестница. Нормально,
Дверь нужно бежать, я образую. Я образую, не понимаю. Они попал в дырку, да? Наша оборона. Один там лежал, блядь, ждал, пока его прижмурил. Чё, Жек, ты бухать? Да, пойду, у меня тут барчик прям в доме, а тут прям вообще родня мимо гуляет. Сидят там, ждут уже меня. Пойду, Жень, кораблики, пойдем. Пойду я, наверное, это присяду. Кораблики? Я давно уже не хожу в кораблики. Серьезно, что ли? А чё так? Ну, да не знаю, задолбало как-то. Тогда продолжаем, да? Да. Так, надо пересобираться. Так, а я пошел. Все, до свидания. Ты выйди из отряда, чтобы не...